На высоте 120 метров вылетел винт заднего правого луча. Он вылетал раньше. Вылетел на полных оборотах, на 100% мощности. Не выдержал. И со 120 метров дрон рухнул на асфальт. Долго искал винт, не мог понять, почему винта нет, а теперь понял, что винт вылетел в воздухе, когда видео посмотрел. Потому что на 120 метрах он вдруг резко перевернулся. Только небо я увидел. Не мог понять, при чем здесь небо. Ну вот. Вот такой краш с этим чудо-дроном. Вот он упал с задницы. Отсек GPS в смятку. В общем, надо менять корпус. Лучи здесь побиты. Вот луч разбит здесь. Винты. Есть винты запасные, но надо все равно еще комплект покупать. Так что вот такие дела. Вот такие у нас тут дела с нашим супердроном. Хотели запустить и Боинг ТОИС-Х16, но он что-то у нас не захотел лететь после. Камера разбилась. Ну, я думаю, это не критично. Сейчас соберем, проверим. Так что убрали отсюда магнит. Он 1000 лет не нужен. Уже облегчение камеры. Вот тут только картоприемник. Я боюсь, отлетел. Картоприемник как-то надо будет делать. Ну, пока все. Видеоотчет прилагается. Ну. Он показывает стадион на телефоне. Вот камера. Давай посмотрю, дай мне посмотреть. Ну, ну вот, и он. Ух ты! Вот мы внизу находимся. Да. Я хочу помочь. Я его вверх поднимаю. Сколько у нас спутников тут? 12 только, это маловато. Ну, сейчас мы... Чего 12, это маловато? Где он там? Я вижу. Я тоже. А где-то спрятан. Ну, где ты там? А ну-ка по камере посмотрим. Вот он. Вот сейчас мы его, сейчас мы будем его... Будем его поворачивать. Он это будет... твой дом? Нет, это не мой. Это вот сзади нас дом. Ничего вот, себе вот как. Школа. А вот это? Он. А он там сейчас. Где-то. Он там где-то. Сейчас мы камеру поднимем. Вон, я его вижу. Я его вижу. Нет, мы опустили. Вот видишь, вон дома. Вообще, там вон он летит. Там. Вон он там летит. Вот. То не да. Он летит. Это он там. Сейчас мы его повернем. Вот видишь, вот еще дома. А где? Вон вон там. Вот на нами, смотри, вверх. Вижу. Сколько? Я его вижу. 49. Да не могу я смотреть вверх. Вот отсюда, смотри. Вон. Вон. А? Тихо, тихо. Как высоко. Ну, вот сейчас, а может, и выше? Сейчас 92. А где он там? Что-то он сегодня слабо поднимается. Вон он правильно. 100 метров он поднялся. Может, так.
20, 120 метров. Все, он дальше не ходит. 20 метров. Падай.